О своих поездках за границу народные избранники предпочитают не распространяться. Но где-то же они отдыхают. Давайте выясним, на каком пляже можно встретить депутата. Ну, это редко бывает. Последний раз я был в Аркадии, со стороны Плит. Я хожу на Калитон. Калитон? Да. Сколько там сейчас вход? Честно, не знаю. Вы что, бесплатно туда ходите? Нет, не бесплатно. Жена платит, угощает. Слушайте, ну, у нас в Одессе все пляжи, наверное, в той или иной степени прекрасные. После потопа Аркадия, насколько по уровню прекрасности вам нравится? Ну, после потопа, конечно, не очень. В Одессе вообще лет, наверное, 10 не было на пляже. В смысле? Как это? Только Сан-Джейк или Каролина Бугас. Чаще всего можно встретить на собачьем пляже. Я там понедельник, среда и пятница тренируюсь с ребятами, у нас большая команда. С утра? Мы там бегаем, да, в 7 утра. Вот. Я лично предпочитаю выезжать за пределы Одессы. Там Затока есть тоже, шикарные места. Вы сказали, что в Одессе все пляжи прекрасные. Ну, в Одессе прекрасные пляжи, а за городом, на мой взгляд, еще лучше. Я хожу постоянно на пляж, который находится в конце французского бульвара, называется Сантори. Но я хожу в 7 часов утра и ухожу где-то 9:30. Поэтому пока я там точно порядок, никто шезлонги особо не расставляет. Я беру подстилочку и, в общем-то, загораю абсолютно спокойно. Еще в этом году я не был. Вы такой загорелый? Ну, хожу, общаюсь с жителями во дворах. Такой загар, да? Да, трудовой, знаете. Не покажете? Нет, не покажу, длинные рукава. Ну, неужели вы не лежите, не загораете нигде? Я, если рукав сейчас закачу, то увидите, что я как одесский таксист. Ну, я вообще редко загораю, наверное, по мне это видно, я купаться больше люблю, больше плавать. Я реально хочу вас всех на пляже встретить. Вот организуйте, берите всю ситуацию в свои руки. Сейчас летняя такая лень у всех наступила. Берем тихонечко, переставляем шезлонг платный, стелим подстилочку и отдыхаем. В Одессе оно как-то все безобразно, нету порядка в этом плане. Вот, ну, слушайте, шумаем, а то маем. Но я слежу. Я контролирую это.